Здравствуйте, господа. Видите, да, вот эту свору собак, которые бегают и резвятся здесь, кайфуют. Все они поодиночке. Лучше, чем 100 алексанянов. Хотя он ребенок, даже вот этот барбос. Барбос. Екстех, екстех, иди сюда. По-армянски екстех, это иди сюда. Екстех, да. Лучше, чем этот алексанян. Вот за эту собаку, клянусь, я жизнь отдам, да, может быть. Может быть. А за это алексаняна, если умирать будет, я ему пинка дам на воду, чтобы он, блядь, упал со скалы, пидор. Фашист. Но он популист. Он хочет на вот этом всем себе сделать рекламу и войти в историю армянского народа. Ты понял? Популистские тогда жопы. Сам не воевавшие, в руках оружие не державшие. Да? Там и не знаю, даже, может быть, он и, как там один говорит, это заднеприводной. А ты знаешь, как раньше в криминальном мире, это до перестройки в основном, пассивных гомосексуалистов в тюрьме называли армянская королева. Да, вот погоняла была армянская королева, значит, пассивный петух. Ох, какая хорошая свора, какие собаки. А Алексанян Шантыга, тебя не хочу, да, трогать. Ты 30 лет тебе или сколько, моей дочери, младше моей дочери, ребенок, блядь. Из себя строишь умного какого-то. Молодцы. Вот этот умнее, молодцы, чем ты. Хороший. Конечно, хороший. Хороший. Да, у него нации нету, понял? Он просто собака. Петоглый пет. Сянем то говнах, с чем, блядь. Пусть тебя переведут, блядь. Понял? А ну-ка, Снежок, иди сюда. Давай, высылай кого хочешь сюда, на точку. Пришли ко мне, да, ты? Ну, Снежок. Девочка, блядь. С бородой была, сейчас без бороды. Сидишь, посмотри на свои монгольские глаза. Посмотри в зеркало, задумайся. Только смотри, а, дилду себе туда не суй. От тебя кайфа не лови. Пришли своих этих архаровцев сюда. Давай посмотрим, кто перед кем извинения просить будет. Посмотрим, да, кто перед кем извинения. Давай, вас же здесь до хера в Лос-Анджелесе. Пришли эскадрилью сюда. Ты посмотри, что будет здесь, блин. Хай-хуй, эй, будет, хай-хуй. Мы еще музыкантов позовем, а? И дудук будет играть, и кларнет будет играть, и зурна будет играть. А в конце, кто придет, на моей мягкой флейте будет играть. И на Юриной тоже, если он пожелает. Запросто. Если захочешь. Да. Чтобы оркестровка такая была. Да. Под джаз. Да. Смут джаз или какой-то выбери. Ну, такой легкий. Легкий, да, да. Вот смут джаз называется. Ну, ладно, вот, видите, вот они люди, настоящие люди, это они. Они вы, товари, дашнакская порода, блядь. Куны мля вот водят, блядь.